наконец-то. Дожили мы до этого светлого мига. Я еще раз всех поздравляю со светлыми праздниками Христового Рождества, с грядущим праздником Богоявления, со всем тем, что мы еще до сих пор живы, с тем, что мы вместе, с тем, что мы видим, слышим друг друга. Вы меня видите немножко лучше, чем я, потому что мне фонари светили в глаза. Вот. Но я надеюсь, что это такая вот... Это асимметрия не сделает нашу с вами радость какой-то ущербной. Так, что вам спеть-то? Раз. Не громко гитара? Сказать вам какие новости, что сегодня вселенной брошуя те же истины мхом поросшие, облеченные в речи главные, что само по себе не главное, потому что главнее этого от души передать приветы вам. Все мы тонем в болоте суетно, все крутые и все пологие, и безрадостные рисуют нам перспективы антропология. В каждой куколке дремлет бестия, всем, кто молод, грозит состариться, но и Богу не стоит париться. Есть и радостные известия, петь песни, ай да! Над вертепом новая звезда, свет мира родился там, и ему я ныне хвалу поставлю. Hey! Слышал я, что как ни призывается, все равно не избегнешь тления, что все прах, что мечта сбывается, за бесценок, без сожаления. И этот философичный поток слюней душит душу на свой угрюмою. А у меня тоже есть одна мысль о ней, и я скажу тебе, что я думаю. Пляшет в каплях росы на свежей траве.
думая о том, что ты носишь часы, носясь по Москве, когда все вокруг из конца говорят, что жизнь — это бой. Взгляни на движение облачных гряд вдали голубой. Вдохни свежий ветер, несущий с полей цветов аромат и свет. Тихие чувства пролей в темницу ума. Шире шаги, веселее взгляд. Руки расправишь, подобно крыльям, звездной пылью усыпан небесный свод, сводный оркестр звезд. Все солисты солят. Когда все вокруг по незнанию врут, что ты на земле один, на небо прокладывай свой маршрут. Искания один, в игольное ушко ведет Ариадны нить, так иди же горя. Ищи, а найдя, будь готов сменить петрила на якоря. Когда все вокруг и лишь ты внутри, решая шагнуть или нет наружу, не стой сомневаясь, проеми двери, дай боль ногам и назад не смотри. Пусть эмбры звуков и краски цветов, рокочущий глаз океана и глаз нежной встречи молчанием развенчаны, и церковные свечи сольются живой водой по ступеням ладонь. Шире шаги, веселее взгляд. Руки привычно ласкают струны, звездные руны на своде небес горят, и усходит сказка. Любите, яснее говоря. С вашего позволения, немножко построю гитару. На ее счет возникли некоторые сомнения. Как говорит мой добрый друг Игорь Лазарев, буквально минуту терпения, и потом всем будет очень хорошо. Я вспомнил, меня Аня просила объявить еще в первой части, но на всякий случай объявлю во второй, что на наших вот бумажках, афишках есть наши координаты, сайт, ВКонтакте. Если кто не знает, вступайте в группу, приглашайте друзей. Сайт, надеемся, скоро обновится, будет новый сайт. Вот, ну, в новом году, новый сайт. Потому что старый уже морально устарел. Готов? Ну что, устал лучше менять? Уж я не могу. Вот, ну, для той песни, которая с Божьей помощью прозвучит сейчас, может быть, не стоило так скрупулезно настраивать гитару. Вот, это песенка новая. Вот, еще, может быть, она немножко шевелится. Может быть, еще у нее какие-то отростки потом появятся. Но сложилась у меня уже такая добрая традиция на рождественских концертах. Раньше это называлось, ну, в общем, в этом зале. Раньше это называлось «Факел», теперь «Гармония». Петь песни, дописанные там накануне ночью.
Вот, песня, с которой я начал сегодняшнее свое выступление, она тоже вот из этого разряда. А сейчас прозвучит песня, написанная, вот, собственно, ночью со вчера на сегодня. Я еще буду стараться не спутать слова, в этом мне поможет носитель. Я буду смотреть на него. Хотя на вас мне смотреть, конечно, гораздо приятнее. Наверное, лучше потише сейчас сделаю гитару. Вот еще что нужно сказать про эту песню. Дело в том, что эта песня — это не просто песня. В последнее время, не только в последнее, приходится слышать такие тезисы, что мысль материальна, своими мыслями, своими идеями вы формируете, так сказать, мир вокруг себя, как ты о чем подумаешь, так оно и будет, и так далее, и тому подобное. Вот. Я решил в связи с этим написать песню такую под названием «Автотренинг». Вот. В надежде на то, что все, как я спою, так оно и будет. Вот. Дело в том, что, ну, действительно, я думаю, что многие люди, которые что-то пишут, сочиняют, они иногда обращали внимание на то, что ты что-нибудь напишешь, а потом в жизни тебе это по башке пролетает, то, что ты написал. Вот я попытался сделать так, чтобы не по башке в этот раз прилетело что-нибудь хорошее. В этом лучшем из миров я так жив и так здоров, как блажен, не страдаюч от житейских катастроф, как харизмой наделен, как бесстрашен и силен, как успехом избалован, со младенческих берем. А в этом лучшем из телес я могуч, как Геркулес, обеспечен в норме печень, в норме возраст, рост и вес. Я прекрасен и ретив, излучающ позитив, я так радостен и светел, мир собой обогатив. В этом лучшем из умов словословие псалмов, словно знамя над стенами философских теремов. Я так вдумчив и глубок, и смирен, как голубок, но имея мудрость змея, расплету любой клубок. А в этой пламенной груди вдохновения пруд пруди. Я великого глашатай, а не лох какой поди. Дух мой бодр, а взгляд лучист, и кладя слова на лист, я так радостен и светел, и совсем не эгоист. Моя миссия проста, я сияю, как звезда, указую всем стезю я в очень верные места. С супостатами в бою я за истину стою, рву их в клочья днем и ночью, и совсем не устаю. Да я образчик доброты, все мне сестры доброты, мои действия и мысли так возвышенно чисты. Счастьем ближних дорожа и Всевышнему служа, я так радостен и светел, и ни разу не ханжа. Спасибо.